Всем привет, меня зовут Виктор, и я продолжаю проходить Horizon Zero Dawn. Куда я вообще, собственно говоря, направлялся-то? И, собственно говоря, зачем я туда направлялся? Так, здесь древний сосуд. Очень интересно. Так, и чё? Нам сперва куда? Может, до сосуда сгоняем? Сколько до тебя? 200, 300 там? Чё? 200 метров. Ну, пойдём. Живучая травка. Добежим. Мне пригодишься. Так, стой, мне ж надо тут... Животин. Надо убить, чтобы сделать. Это что такое? Нужно живность убивать. То не из чего делать просто. Так, а чё звук-то такой страшный? Как будто мне сейчас огрести придется. Эрант в беде. Подожди, где он? В какой он беде? О, понятно, Элой. Опять убежала не туда. Что такое, вот эти стрелы есть, да? Мне кажется, Эренду вообще ничего не угрожает. Ну вот и все. Спасибо за помощь. Да пожалуйста. А, подожди, это этот? Который с Олином, что ли, там был, да? Иди сюда, поговорим. Сейчас, подожди, да, я тут пошукаю. Как бы разговор это с тобой вообще не к спеху. Ну давай, чего ты ждешь? Я шукаю. Что, не видно? Или плохо видно? Не хочешь разговаривать? Ну почему не хочу? Хочу. Просто я хочу ресурсы сперва собрать. А потом уже с тобой поговорить. Слушай, поговорить надо. Слушай, ну я понял. Ты кричишь как сумасшедший. Разве я не услышал, думаешь, с первого раза? Сейчас поговорим. Да, я тут. Соберу. Чё, всё? Желание говорить пропало? А чё так быстро потемнело? Из этого можно сделать зелье. Охеренно. Чё стемнело-то так махом? Эй, ты где? Как ты оказался тут один? Где твои люди? Не хочу, чтобы они рисковали. Если погибну сам, пусть, не жалко. Но только не они. Прости, что тебя в это втянул. Да брось. Для меня это обычное дело.
Ну, убийц выслеживать, машины ловить. Типа да? Это... Что же тогда необычно? Его люди, если умрут, ну то что, это... начнем? Как бы жалко, да, если с ней что-то случится. А сам-то ты как? Я трезвый, так что плохо. Ну, зато голова у тебя ясная. Это ненадолго. Расскажи, что произошло с Эрзой. Давай, по порядку. Никто не знает. Она ушла среди ночи, взяла с собой лучших бойцов. Лучших? А тебя что, нет? Нет. Я выпивал. Может, она решила... Ну, не знаю, что не справлюсь. Точно. Именно на так и решила. День патруль обнаружил их мертвыми. А рядом тела тросов из Карха Тьмы. Была засада. Карха Тьмы — это звери. Они так ее избили, что хоронить придется в закрытом гробу. Ух ты ж. Мне очень жаль, Рэнд. Ну, когда я найду тех, кто это сделал, они тоже пожалеют. Так, давай мы... Ладно. Лишних не будем вопросов задавать. Я сделаю, что смогу. То у вас тут такие иди диалоги. Прям... Ну, хоть бегом бежит. Это уже хорошо, хоть бегом бежит. Зачем она забралась так далеко? Не знаю. Это странно. Да ёптать. Ты что ж? Охереть. И все мимо. Все мимо. Это земля Карха Тьмы? Нет. Сунувшись в теснину, они нарушили перемирие. А, ну в принципе нормально, да, что мы сперва к этому уже пошли? А то есть сперва за сосудом, потом бы к нему, потом от него опять в сторону сосуда. Херня получилась, а тут в принципе... Пришли. Здесь была засада. Наши бойцы все осмотрели, но может эта твоя штука даст какую-то зацепку? Прошу тебя, я должен найти этих ублюдков. Словно тут кого-то тащили. Совсем новые, как будто не использовались. Здесь что, протащили труп? Что ты видишь? Тут прямо дорожка. Кровь будто капала с чего-то вроде телеги. Видишь, след колес. Трупы явно сюда привезли и разбросали по полю. Стой. То есть этих людей убили где-то, где-то еще, но... Но зачем, Кархать, мы их притащили? Ты знаешь... Я уже не уверена, что это дело рук Карха Тьмы. Ой, да брось ты. Ну, идем по следам и посмотрим. Идем. Че, мы визор включаем, да? Давай. Путь отражать. Отображать. Хоть она тут
от костра не обжигается. Я понимаю, за что ее убили. Или, но зачем эти фокусы? Да, загадка. Но мы ее разгадаем. Ох, хера себе. Сверху откуда-то тащили. Везли. Скорее всего, сеструха-то живая, наверное. Просто это... Раз труп сильно изуродован. То возможно... Возможно. То есть, чтобы меня познать было. Что-нибудь похожее подбросили, в доспехи одели, там еще как-нибудь. Это не Карха тьмы. Это наши, это Азирам. И вы всегда так добры друг к другу. Блин. Ничего не выйдет. Я не знаю. А это что? Похоже, что приманка. Готовься. Ой, блин. Вот это я. Как говорится, влип, да? Влип, очкарик. Спрятаться негде. Охеренно. Без хп, без всего встрял, да? Отлично. А это что? Похоже, что приманка. Готовься. Похоже, что приманка. Готовься. То есть спрятаться не получится, да? Спрятаться не получится.
Так, а где ты там? Нормально. Азирам, не карха тьмы. Как видно, я ошибся во всем. Как всегда. А ну-ка, глянь своим третьим глазом. Я должен узнать всю правду. Сейчас. Ты должен правду узнать, а я должен лут собрать. Это что там это? Это. Ну теперь подходите. А-а. Да нахер ты мне нужна. Орудие лиходея. Зачем мне это орудие лиходея? Это я приберегу. Давай похилимся. А это что за ремни? Сколько крови. Камни прямо раскрошены. На это можно поставить оборудование. Это оружие авангарда. Как много людей здесь перебили. Ремни от брони перерезаны ножом. Камень с пятном крови. Крови на нем нет. Люди Эрзы не оборонялись. Их застали врасплох. Их застали врасплох. Так, что тут еще? Вон, у треноги. Разряженная батарея. Так, и камни, да, смотреть? Что-то ударило по этим камням. Что-то необыкновенно мощное. Это шлем Эрзы. Очевидно, она погибла не внизу, а здесь. Все эти фокусы. Зачем? Чтобы просто меня помучить? Есть одна идея. Но это лишь мои домыслы. Пока твои домыслы были достовернее всех фактов. В общем, думаю, Азирам атаковали отряд Эрзы новым оружием. Оно стояло вон там, на треноге. И оно испускает волны силы, может, звука. Они раскрошили камень. Думаю, людей он не убивает, а парализует. Отряд Эрзы уложили вот здесь. На их оружии нет крови. Без боя. Зачем парализовать тех, кого потом все равно прирежешь? Чтобы что-то скрыть. Смотри, камень в крови. Этим камнем разбили Эрзе лицо. Или кому-то другому. Гляди, ремни перерезаны. Как будто броню с кого-то сняли. Не может быть. Ее тело покоится в Меридиане. Я же сам видел. Ты говоришь, ее изуродовали. А если это вообще кто-то другой ее роста, одетый в ее броню? И так избитый, что невозможно опознать. И это не Эрза. Вернись в Меридиан.
Посмотри на нее еще раз. Может, я ошиблась. И это Эрза. Но если нет... Сестра может быть жива. Я иду. Найди меня, как сможешь. Угу. Так, а что здесь? Больше ничего интересного нету. Ящик с припасами. Ну-ка, давай сходим. А где ты тут? Ящик с припасами. Вот ты где прячешься. Ящик с припасами. Так. Серые кости. Дворце солнца. Давай лучше быстрое перемещение сделаем. Не вредно узнать о том, что такое стих. И тебе, кстати, тоже. Так, это что такое? Этот самострел. Высокоточный лук. Так, а что мне нужно? Сердце пилозуба. Сердце пилозуба. У меня его нету, да, получается? Так, ресурсы. Так, модификация. Так, купить. Блин, 35 и... Ну а чё, у меня снадобий пока нету. Снадобий пока нету. Так, ну-ка, у меня же эти есть. Сундуки, да? Сундуки. Ладно.
ждет меня во дворце солнца. Наверное, мне надо туда. Сколько понаписали-то? Во дворец нельзя без приглашения. Отлично. Здравствуй, Элой. Меня зовут Марат Безгрешный. Идем со мной. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Что это значит? Где Эрент? Внутри. Он у короля солнца. И нам нужно туда как можно скорее. Прошу за мной. Все эти люди пришли к королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Король желает взглянуть на тебя. Укротительница машин, которая подмечает все детали. Это так интригует. Я не хочу интриговать. Поздно. Сначала азерамский наемник. Так можно проще менять. Да, все верно. Ерунда. Аристократы как дети малые, которые вечно ноют и требуют сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтешь его весьма разумным. Самое лор, что может видеть незримое. Я рад. Ты оказала мне большую услугу. Эрент, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрза другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азераму у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы Жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Азерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоляном утесе. Войска у границы могут спровоцировать Азерам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрент, Марат, пока оставьте нас одних. Неловко просить после всего, что ты сделала. Но для меня это исключительно важно. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азерам, я бы не смог освободить Меридиан и положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своим. Именно поэтому я должен вернуть ее. Скорее. Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажен.
Он считал, что кровавая жертва — ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах. В основном в озера. Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в круге солнца. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить соплеменникам, поддержавшим меня. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым. Я ошибся. Я хочу узнать побольше о Доме Солнца и его политике. О, нет. Конечно. Не хочу. Мне надо идти. Знаю. Что ж, говорят, король не просит. Но умоляю, найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду. Угу. Окей. Так, до предела мастера добраться надо, да? Так. Еще куда-то мне надо добраться. Это котел Сигма. Бункер. Мне хочется бункер активировать. Только я вот я не знаю, собрал ли я этих там два элемента необходимых. Или заразить врага. Заразить врага. Стой, подожди, надо же у костерка погреться было сперва. Сперва погреться у костерка.
заметили. Так, это, блин, тот бункер или нет? Ну да, вроде тот. Оу. My Gadable, Данила. Так, тут вода, по-моему, там, да, была? Ну да. Так, и мне надо было элемент питания сюда притащить. Второй. Так, ну чё у меня, блять, я чё не нашел его? Пиндец вообще. Я так и не нашел элемент питания, оказывается. Блин. Жесть. Только перемочил, а ни у кого элемента питания не нашлось. Вот как так вот? Да давай ты выплывай. Пошли. Так, лады. Так, каталог машин. Топливный элемент, вот он. Как ты называешься? Падальщик. Так, у этого есть еще, да? У Бизона есть.
Так, окей. Так, у этих нету. Теперь надо искать это. Бегуны нет. Дуголоб. Погнали. Погнали на дуголобов охотиться. Мне надо найти топливный элемент. Топливный элемент надо найти. Это мне понадобится. Да что же вас так сложно-то, блин, найти этот топливный элемент? Берем. Прям капец, как сложно найти прям. Чтобы всех этих всех дуголобов тут поубивали, да? Больше не на кого охотиться. Даже кролик.
Не ту стрелу использовал. Не ту... Свежачокс. Тихо, тихо. Так, это рыскари. У них топливного нет. Капец, эта стрела, блин. Кабана только с четвертого раза убьешь. Это я беру в дорогу. Так, а это эти? Это дуголовы, да, еще же там? Опять нет. Да чтоб тебя. Так, может мне надо этого прокачать просто, скажем, так, скопидом. Но это нет. Ну нет. Нет. Ну чё я тут всех дуболомов в округе. Дуболомов. Дуголомов. Вот еще, да? И вот они есть. Ну, блядь, тут птицы летают. Это опасно. А вот есть долгоноги. А здесь это... Тот лютый монстр там, да? Так, давай посмотрим. Мне просто хочется в бункер попасть. В этот сраный бункер. Сейчас будет шумно. Ну
запчасти поразлетелись в разные уголки. Ты, блин, оставляли сейчас на потом. Топливный элемент найди. Это все до потом, да на потом. Так, это у нас копьерок. Это не то. Это не то. Так, вон там эти дуголомы ходят. Или дуболомы. Так, это у нас падальщик. Ох ты ж, сколько у вас тут. С таким количеством сложно справиться будет. С таким количеством справиться будет сложно. Мне, конечно, можно справиться, постараться, там, помучиться, поматериться, там, поругаться, да? Это можно хранить. И справиться. Я могу. Блин. Высоко забрался. Ну, пожалуйста, ну, блин, ну, один топливный элемент. Ну, пожалуйста. Хер-то там, да? Подожди, что здесь такое? Ты? Что здесь такое стонет? А, вот.
Что-то не понял, что такое. Что за звуки какие-то странные, не было таких раньше. Так, это рыскари. Это все не то. Что, сука, за звук такой? Тут. Как бы. Не видно там расхераченные дуголомы. Ага, дуголоб, ёпта, дуголом. Дуголоб, дуголоб, дуголобище. Я, похоже, этот топливный элемент задолбаюсь искать. Да нахер вы мне нужны, копьероги долбаные. Отдыхайте. Так, ну пойдем. Ух ты, это что, у вас тут так много, что ли? Это копьерок. Подожди, а чё? А-а-а. Это копьероги, ёптать, а я с этим попутал. Ну ладно, тогда вот сюда. Вроде тоже недалеко. Thank you.
сделаю запасы. Да с вас вообще реально топливный элемент извлечь или нет? Что за херня-то такая? Да чтоб тебя, блядь. Блин, в тебя что, вообще нереально попасть? Жесткая, ну ничего, я привыкла. Что-то я, по-моему, нарвался на противника жесткого. На жесткого какого-то противника нарвался, походу. Прям на очень жесткого. Так, ладно, я тогда предлагаю на сегодня на этом закончить. Продолжим этот топливный элемент искать в следующей серии, да и все остальные приключения. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока. До новых встреч.